Это не первый раз, когда в Центральной районной библиотеке проходят такие литературные телемосты. Подобная практика уже стала традицией. Люди с охотой посещают встречи с писателями, ведь таким образом у жителей города появляется возможность пообщаться с любимыми авторами, не выезжая за пределы видного. Приходят к нам все равно зрители, приходят читатели. Конечно, им интересно пообщаться с писателем. Это радует. Мы как-то сразу влились вот в этот процесс, включились. То есть наша библиотека, так скажем, такая прогрессивная. На минувшей онлайн-конференции гости могли пообщаться с популярной писательницей Полиной Дашковой. На ее счету более 20 романов. Начинала с политических, сейчас это в основном детективные произведения. В 2013 году Дашкова лично посещала районную библиотеку. Тогда люди остались под впечатлением от творчества автора. В коллекции учреждения много ее книг. Я думаю, что она очень интересная женщина, и, наверное, для ее книги не общего широкого круга читателей, да, кому-то будет она интересна, кого-то она заинтересует своим творчеством. В этот раз в литературном телемосте приняло участие 15 библиотек со всей России. Обычно эта цифра в 3 раза больше, что уменьшает возможность каждому учреждению задать свой вопрос. Но видновской библиотеке обычно везет. Вот и в этот раз сотрудникам дали слово. Какую бы вы книгу свою посоветовали читателям, вот такому читателю, который вообще не читал ни одного вашего романа? Если я вот советую, давайте вот с этого начнем. Значит, я априори считаю этот роман лучшим, да? Нет, я ко всем к ним отношусь одинаково, у меня каждый дорог. Смотря какой читатель, читатель очень индивидуален, каждый. Следующий телемост состоится 26 июля в 14:00 с писательницей Татьяной Поляковой. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.